Хотела показать вам просто невероятной красоты букет. Вчера был день рождения у нашего друга. Мы ему собрали. Ой, пардон. Такой вот букет красивый. С гортензиями, с розами и даже туберозами. Все вместе пахнет просто волшебно, невероятно, чудесно. Розы просто... Нереальный аромат, конечно, ни в одном парфюме такого нет. Такие вот персиковые и вот такие фуксия цвет. Шикарные, невероятно. Да, Лео? Микки. Небольшой репортаж из ванной комнаты. У меня здесь вот такая штука, на которой лежат мои украшения, заколки, расческа, колечки, браслет. Ну, в общем, все такое. Девичьи, я сюда складываю пробнички, которые у меня закончились. Эту поездку. Так случилось, что это все прям Киллиан. Ну, давайте начнем. Moonlight in Heaven, да? Moonlight in Heaven. Очень красивый, это у нас персик, персиковый аромат. Но вы знаете, когда-то он мне прям очень понравился, очень зашел. Я хранила этот тестер бережно, но вот здесь как-то совершенно он не раскрылся. Может быть, из-за погоды, может быть, еще что-то. Персик уходит моментально, остается какая-то, ну, невнятная каша. Наверное, ему нужно более сухой и прохладный климат. Так что персиковый Heaven пока подождет. Rolling in Love, хит бренда Киллиан. Ну, это, знаете, такая вкусная конфета всем любителям ванильных цветов, ванильно-миндальных. Я уже говорила, аромат очень красивый, но на мне совершенно не стойкий. То есть абсолютно... Ну, тут просто слетает на раз, два, три. А так, конечно, очень носибельный, очень понятный, приятный Rolling in Love. Так, A Kiss from a Rose. Поцелуй розы. Мне нравятся такие розы, собранные, где-то сдержанные. Если чуть побольше, они уже более такие яркие. К вечеру, да, может быть, вечерний аромат и дневной, ну, как бы под настроение, в общем, уместный всегда. Красивая роза, хорошо собранная, чуть-чуть со специями, с древесными какими-то нотами. Приятная, очень приятный аромат. Понравился, очень мне понравилось его носить здесь, в Таиланде.
И, наверное, хит, который мне понравился больше всего, это «Розы на льду». Мы здесь занимаемся йогой 3 раза в неделю, и вот эти розы, они каждое занятие были со мной по чуть-чуть. Очень собирательный аромат, собирает вас отлично, прям с утра до завтрака. Проснуться, помыться, напшикаться этими свежими, огуречными, холодными розами и пойти делать йогу в духоту, в жару. Очень классный, я бы, наверное, у себя хотела бы даже большой флакончик. Отличный аромат. Если еще какие-то у меня закончатся пробники, я посмотрю. Да, мы приехали в такой красивый, такую оранжерею, где продают все растения. Очень здесь здорово. Сейчас как раз дождь прошел. Влажно. Здесь все, и папоротники, и орхидеи, фикусы. Ну, все, короче. Смотрите, как красиво. Такая зелень. Все прям дышит. Весь сад вообще. Весь сад. Какие красивые красивые. Ну, там, из того, что здесь. Решила вам показать то, что я взяла с собой в эту поездку в Таиланд. Максимальная жара, максимальная влажность, солнце. В общем, текстуры все легкие, ничего жирного, ничего тяжелого, забивающего поры. Все прям вот очень-очень-очень хорошо подходит. Начну с байома. Вот такая сыворотка. Мне очень она понравилась. Легчайшая, не липкая. С хорошим составом, увлажняющая, можно и утром, и вечером использовать. Но я, как правило, пользуюсь ею вечером. Пардон, утром. Потому что утром тут так жарко, не хочется вообще ничего наносить на свою кожу. Она вот прям идеальна. И под нее, с ней в паре идет тоже от Байома крем такой увлажняющий, тоже очень хороший, более уже плотная у него текстура. Тоже его можно использовать и утром, и вечером. Мне понравилось, наверное, где-то в каких-то других погодных условиях, может быть, в холодах, оно не сработало бы так хорошо, но здесь это просто идеально. Затем у меня здесь вот такой вот тоник, я его тоже наношу вечером, иногда до сыворотки, иногда, когда не использую сыворотки, вот такой вот бустинг тонер Dr. G Hydra Aqua. Вот такая у меня маленькая миниатюра, это мне Роза подарила набор корейских миниатюр. Он очень густой, этот тоник, видите? Но он просто какой-то потрясающий. Максимально впитывается сразу же, максимально увлажняет, бесподобный. И вот вечером я наношу его, потом наношу вот эту эмульсию гель от Biologique Research. Очень красивый эффект она дает, она такая нежно-бежевого цвета, без запаха характерного для этого бренда. А наоборот, такой нежный у нее запах. И вот лицо от нее просто светится. Сразу после тоника наношу ее. И если у меня какая-то вот прям супер сухая кожа, пока еще лицо влажное, наношу вот это масло от Aesop. Именно на влажное лицо с дамасской розой. Такой вот тритмент для, ну, вы знаете, для каких-то таких экстремальных условий, ну, собственно, когда ты загораешь, это же экстремальные условия, да, так что вот оно у меня прям в фаворитах, но не каждый день, где-то так получается три раза в неделю, вот так. А крем для кожи вокруг глаз, тоже от Biologique, легчайший, как просто перышко, как пушинка, бесподобный, очень приятный вот этот аппликатор, если его хранить еще в холодильнике, будет вообще здорово. Он так будет охлаждать. Если мы говорим про SPF, вот такой у меня бренд. Dermaction Plus. Уже видите тут Plus. Уже тут
Он стерся. Это мы купили его именно вот здесь, в этом, как он называется, ну, в какой-то аптеке. Anti-Age SPF 50, он бесподобный, просто бесподобный. Вот это вот мой SPF. Для тела лучший, по-моему, крем, который у меня был для тела. Вот прям, ну, серьезно. Если у вас сухая кожа, плюс тут еще загар, море, соленая вода. Вот это вот просто находка и спасение. Крем Арника от Santa Maria Novella. Пахнет аптечно, пахнет лавандой, пахнет какими-то травками. Ну, в целом нейтрально и очень ненавязчиво, бесподобный. Попробуйте, потрясающий совершенно какой-то крем для тела. Шампунь у меня совершенно обычный, но потом у меня идет вот такая вот маска, тире, она же кондиционер, ее не нужно смывать, с гуавой от церемонии. Это средство не смывается с волос, вы слегка подсушиваете волосы полотенцем и потом наносите эту маску. Я вот где-то использую 5 пшиков, 5 выдавливаний, скажем так. Очень классная, не липкие волосы, высыхает на волосах вместе с волосами, потом вы их расчесываете, волосы просто потрясающе выглядят. Мне очень нравится и запах, обалденный запах. И вот здесь у меня еще маленькие пробники я взяла, тоже это Биоложик. Биоложик Маск, вот такая у меня их несколько здесь. После использования я хочу купить теперь эту маску, она просто потрясающая, эффект ботокса я ее называю. Она натягивает вашу кожу, выравнивает цвет лица, в общем, ну, делает просто потрясающий эффект, если вам нужно на вечер куда-то, ну или просто хорошо выглядеть, попробуйте. И вот выравнивает морщины, особенно межбровку, это просто нечто. Оно буквально на вечер, то есть, конечно, не навсегда. И вот такой вот крем я после нее использую, тоже классный. Ну, крем у меня и вот этот есть, но вот маска потрясающая. Вот такой у меня уход. Пишите, если знакомы с какими-то из этих продуктов, и что вы любите использовать на отдыхе. Ну, тире у меня тут работа, отдых-работа в жарком климате.